Пациент спрашивает у врача. «Каковы мои шансы, доктор?» «Один шанс из тысячи». «Так плохо! Каждая тысяча добавляет один шанс». Общаются две подруги. «Сегодня с мужиком познакомилась. Цепь с палец, кошелек не поднять». «А там как?» «Тоже с палец и не поднять». Жена говорит мужу. «Дорогой, помнишь, когда мы с тобой познакомились, какая гроза была? Беспрерывно гремел гром, и молнии превратили ночь в день». «Да, помню. А я, идиот, не понял предупреждение природы». Муж жене. «Я не лезу в твои дела, ты не лезешь в мои. Договорились?» «Договорились. Где ты был?» «Я в твои, а ты в мои. Помнишь?» «Помню. С бабами». Заходят Лиса Алиса и кот Базилио в каморку к Буратино и говорят. «Не бойся, мы ненадолго. Нам только один вопрос выяснить. Сколько тебе лет?» Буратино смотрит на них и спрашивает. «А зачем пилу принесли?» Решили два кума без руки и без ноги в баню сходить. Без руки посадил на спину безногого. Тот ухватился руками за шею и так дошли. Приходят, а там написано «Женский день». «Ну что делать? Обратно идти неохота. Ну давай не администратора уговаривать». «Пусти, мы два калеки, баб трогать не будем». Администратор на них смотрит, жалко стало. Обратно идти далеко, ну и согласился. Зашли они в баню к женщинам. И через некоторое время администратор слышит. Крики, визги, писки, топот женских ног. Заглядывает туда и видит. Стоит без ноги на полу на коленях и широко расставив руки орет. «Вася, гони их на меня, я около выхода стою».